Доброго утра! И вот выдался выходной день. Куда же отправиться? Хочется природы, гармония, а может быть и небольших приключений. Сегодня мы составляем рейтинг топ-3 лучших парка Екатеринбурга. Спросим мнение горожан. Харитоновский. Харитоновский. Почему третье место? Он слегка запущенный. Похоже, знаете, на эльфийский лес. Второе – ЦПКЮО. Большой, там есть маленький зоопарк, и парк красивый, но там всегда людей очень много. И топ-1 парков. Дендрарий. Дендропарк. Опять-таки, почему? Тут всегда есть тенек, тут мало людей, здесь всегда прибрано. Единственный фонтан сейчас не работает. Парк Маяковского. Что там хорошего и что плохого? Ну, там хорошее то, что там для детей много, что он большой, но он очень шумный. И, ну, мне кажется, не так много цветов, зелени. Знаю только свой парк Павлика Морозова. Ну, небольшой там такой вот локальный парк, но он очень хороший. А первое место, вот этот парк. Мне очень нравится. Вот даже мы встретились. Набережная. Это парк рядом с драматическим театром и Ельцин-центром. Парк имени Маяковского. Делаю прогулки. Приводят. Ну и, конечно, дендропарк. Парк «Зеленая роща». Любимые места, не только мои, всех горожан, для души. Хорошая погода, птицы, люди улыбающиеся, молодежь. Это радует. На первое место, наверное, все-таки Харитоновский. Но это мое личное просто, мои личные ассоциации. А потом еще очень изменился хорошо парк Павлика Морозова. Здесь мы сейчас с дочкой недовольны, почему нет фонтана? Где фонтан? Дендрарий около УПИ, он тоже очень хорош. Оля, у тебя какой самый любимый парк? Вот сейчас честно ответь, как на духу. Какой парк нравится больше всего и почему? Наверное, этот. Этот? Почему? Ну, потому что тут всегда солнце светит. Всегда гулять прикольно. Кто-то ищет гармонии, тишины, кто-то приключений. Хорошо, что в Екатеринбурге есть выбор, и каждый может найти что-то для себя. Ходите, гуляйте по паркам, получайте удовольствие, наслаждайтесь этой жизнью.